Поэтому было принято решение сделать новую. А вот как вот здесь новое зонирование. Вот это уже, сейчас я расскажу, мы уже говорили с вами на эту тему. Итак, было принято решение, чтобы острова не было, и чтобы основной поток транспорта пустить по площади к левой или правой стороне. То есть, либо вот к универмагу, да, либо там к жилому дому. И рассматривались разные варианты. И вот на сегодняшний день я вам покажу. Вот, видите, есть такая картиночка. Это все в стадии проектирования. Вы видите, весь транспорт, движение транспорта сдвинуто в сторону универмага. С таким расчетом, чтобы была вот, к жилому дому была пешеходная часть, которая в дальнейшем, вот эта пешеходная часть возле жилого дома, она перетекает, вот эта пешеходная часть, вот этот сквер, который на набережной, и пошли вот туда по набережной, мост, новый памятник Андрею Первозванному. То есть вот эта пешеходная часть, которая начинается на площади Роза-Люксембург, она должна перетекать вот туда.